новинка. Значит, дело вот в чем, друзья. Получилось так, что мы, конечно, стараемся продавать, кто-то из вас покупает. И как в прошлом году, но у меня не получилось. Я призывал купить у вас, их много у нас напечатано с этим, с Тарасенко. Вот. Я призывал вас купить очень дешево, посмотрите. Вот. Он того стоит. Здесь лучшее. Мои советы. Они действительно любому человеку выдвинут вот сюда. Вот где она там была, это самое. Спасибо мне говорил. Вот видите. Вот. Это сразу новая технология. Вот, причем толковая. Из фотографий, там столько фотографий. Я сам поразился, как он столько фотографий разместил. Троценко — это редактор вот этой брошюры. 4 брошюры стоят 200 рублей по полтиннику, да? Бутылка пива, ну если 80 или 100, это уже понятно. Это пиво пить нельзя, это отрава. Вот. Если водка стоит 250-300 рублей, это тоже отрава. Ее тоже пить нельзя. Вот. И я почему говорю? Я вас призываю. Вот мы с Антоном, посмотрите, сколько труда вложили. Посмотрите, я показывал вам эти 10 фильмов. Там еще участвовал мой брат, который их приводил, так сказать, в это, в порядок. Там 10 фильмов, да. Это мы все фактически вам дарим. Мы не требуем денег, ничего. А всего лишь я, мой призыв. Помогите нам, мы пролетели в каком плане? Мы не можем столько продать. А она ценность имеет невероятную. А у каждого надо на Новый год из вас, ну, 5, 10, 15 человек подарить что-то. Вот. Понимаете? А здесь как получается? Ну, допустим, получается, что 10 брошюр будет стоить 500 рублей, ну, сотня пересылка. 600. Ну, 10 человек вручили, сказали, ты дачник, ты садовод. Мы тебе дарим то, чего во всей России, да еще с моим автографом. Мы дарим то, что это намного важнее. Я же рассказывал, 10 подтяжек лежит. Ну, дарят и дарят. Видимо, считают, что раз я без подтяжек хожу, надо срочно их купить. Понимаете? Дальше рассказывать. Галстуки лежат. Я ни разу за последние годы не одел галстука. Путина на прием я бы одел, ну, или к Медведеву, ну, забывает позвать. Вот. И мое все тоже предложение. Попробуйте осчастливить своих путем вот таким. Это вам недорого обойдется, но снимите у себя головную боль. И если каждый умудрится, ну, хотя бы 4 брошюрки, лучше 10, купить, а 4 брошюрки по полтиннику, это всего лишь 200 рублей, вот, и вы поможете всему садоводству, распространяя это все, так, и даже нам немного поможете. Вот, потому что мы работаем фактически впустую. Нет, мы не впустую работаем. КПД маленький от нас. Вот это я вас призываю перед Новым годом делать такое. Ну, еще вспоминаем следующая тема. Не буду останавливаться на ней. У нас столько людей гибнет, да? А я когда-то рассказывал, а мне потом были вопросы, а я их найти не мог. Вот они. Вот сюда нажимаете, а там еще 4 фильма. Вот внутри это. Короче, так как здесь это сложно будет в записи, в гостевой это есть. Узнаете, как делать рамки, как с ними работать, и почему я вам заранее советуюсь. Вот даже вот этот мой совет, да, все вы за рулем. Может быть, одна авария меньше стоит, а может и коллега из вас кто-то меня не будет. И я уж не говорю про это, про загробную жизнь. Почему? ГПЗ и невидимо, так же, как вот помните, отрезанная ветка, а никто не видит биополе. А где патогенная зона на дорогах, вот, каждый 10-й человек представляет опасность себе и окружением. Подробнее не буду, сами. И может быть, посмотрите, гостевой удобнее смотреть, может быть, я, если спасу чью-то жизнь, вот, то это будет здорово.